Дагестан среди самых некурящих регионов России. По данным консалтинговой сети «Финэкспертиза», в республике курят менее 10% взрослого населения. Меньше всего курильщиков также и в Чечне, там 2%, в Ингушетии 5,5% и в Дагестане 9%. Больше всего курильщиков в Еврейской автономной области, Бурятии, Якутии и в Сахалинской области. В этих субъектах курят от 30 до 33% жителей.